Я остановил карту, и вот мы сейчас возвращаемся к машине. То есть очень удобная для грибников. Ждешь такой, самое милое дело. Подфутболить гриб. Главное, с медведем не встретиться или с депутатом. Тише, тише. По-моему, я слышу медведя. Тихо, 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 тихо. По-моему, он там кто-то крадется. Куда завезли меня? Куда меня затащили? Говорят, грибов там много. Нету здесь грибов. Сидите дома. Так. Ну что, мой первый гриб. Достаем важный инструмент. И варварским способом, жестко варварским, отрезаем ему ножку. Смотрим, что у нас тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все белочка. Все белочка. Нет, это не наш гриб. А вот, вот этот вот, малюпусенький. О, не буду его трогать, пусть растет. А вот еще. Ну, тоже такое. Смехотворство. Посмотрим здесь сейчас. Вокруг должно быть еще. Та-та-та-та-та-та. Так. Это кто у нас? Это поганочка. Больше не видно. Ну вот, был один. И тот не наш. Что это место грибной, грибницы? Вот он. Один маленький растет. Я не буду его трогать. Вот он второй. То есть тут, ну, придет через пару денечков кто-то из грибников. Вот смотрите, еще полянка. Вот полянка. Это все нужные грибочки. Вот это вот. Это вся грибница. Вот. Вот еще рядышком. Поэтому не топчемся. Отходим. Оставляем будущему грибнику. Хороший традиционный гриб. Белый боровик. Только он уже перерос. Перерос, перерос. И смысла от него нету. Так, поздороваться. Да, он пустой. Пустотелый, пусть растет. Такая красота. Конечно, грибная. Очень. Замечательный такой красавчик. Причем рядом возле машины. Но не будем мы его трогать. Идешь себе такой, идешь. Смотришь, бугорок. Думаешь, что же это такое за бугорок? Подходишь такой. Смело. Достаешь чинно ножичек. И вот так вот аккуратненько расковыриваешь. И сейчас мы узнаем, кто здесь спрятался. Ух ты, какая поганка. Смотрите, какой. Хо-хо-хо. Я даже его трогать не буду. Вот так. Мухомор. Ядовитый. Ну, в общем, второй гриб, который я вижу в данный момент в лесу, и тот поганка. Поехали мы на свое место. Нечего тут лазить. Я же говорил, возле машины полно грибов. Не нужно никуда ходить в лес. Вот он. Тут сразу два в одном. И человеческий мусор, оставленный, и гриб. Так, ну вот он. Первый. Хороший подберезовик. Ну, опять же, червивый. Только шляпка и будет годна. Шляпка годна. Ну а вот это закинем в машину. Мусор. Выкинем в городе. Ну что? Бегаем как лоси по лесу. Где-то тут грибов. Поехали, куда я говорил. Вот это красавчик. Вот это боровичок. Чисто полюбоваться такой краюшкой хлеба. Ни больше, ни меньше.
тоже, смотрите, он на ощупь мягкий такой, пустотелый. То есть зайчиком оставляем. А так красавец, красавчик. Нога такая, ухо-хо. Ну иди, я тебя угощу грибочком. Где? Где, где? О, а я тебя тремя, можно? Ну давай. Отличный. Как это, летний боровик. Но это все на сушку, потому что мы вперед червей не успеваем. Не успеваем. Ну, тут я тут таких, знаешь, наковыряю. Ну так вот, ковыряй. Да это не интересно так. Вообще. Я люблю, наверное, когда много и вот все мое. Смотрите. Можно подумать, что, конечно, этот кусочек камушка лежит, видно. Ну, это грибок. Такой вот спрятался. Эх, красота неписанная. Ладно, так уж и быть, мы его извлекем. Вот он так вот спрятался. Сейчас мы его посмотрим. Вах. Ну такое. Труха трухой. Сожрали его. Скушали его муравьи. Точнее, мошки. Точнее, насекомые. Под тобой все хрустит. По лесу гулять такому опасно в том плане. Ни костров жечь нельзя, ни курить нельзя. В общем, все, что с огнем связано, можно сказать, ничего этого делать не стоит. Очень опасно. Поэтому вот пешочком погуляли. Мох под ногами, как снег, хрустит от того, что он сухой. Влага есть, но и тут же ее нет. Все, что выпадает, осадки, быстро впитываются в землю. Так. Не вижу я здесь больше. Больше не вижу. Здесь уже такая толпа туристов пробежалась. О, а это что такое тут было? Давайте посмотрим. Интересно. Куда это столько было леса убито? Уничтожено. Тут какой-то корпус стоял. Полы. Это все. Такая большая площадь. Тут что, вагончики стояли для дорожников, что ли? Но, судя по всему, давно все сгнило. Анечка тут поляночку нашла. Не зря я к ее ведерку шел. Да, понятно, что летний боровик, он прям совсем малюсенький. О, ух ты, я пропустила, что ли? Это я увидел, это мой гриб, но ты его, я позволю тебе. Я его буду срезать. Оба чистых. Смотрите, как варьируются шляпки по цвету. Это уже маленько поджаривается, это вот чистый вид. Угу. И вот, смотрите, что я уже насобирала. А Вальдемар говорит, что нету тут грибов. Нету грибов. Здесь. И сколько я насобирала? О, а я смотри еще, раз, два. Ты видел? А это уже я нашла. Это я уже не видела. Это уже я нашла. Так что давайте тут давайте крутиться. Грибы есть. Это вы плохие грибники. Ладно, я сейчас очки надо протру. Да, давай, очки надо протереть. Протру очки и ищем, смотрим тут. Оба смотрим. Потому что грибница там. О, вот он. Ты уже тут срезала. Смотри, и не один. Да ты что? А вот они два. Вот. И ты наступила. Где? Ну там был бугорок. Ну, факт в том, что вот он. Ага. Да, а ты говоришь, грибов нету. Тут мы сейчас на этой полянке делаем. Ну, это не делаем. Грибы. Ну, точнее, нет, это грибы. Это высший сорт. Самый высший дорогой. Сорт. В том, покажи его поближе. Высший сорт, чистенький, угу, на удивление. Такие у нас в том году по 180 рублей за килограмм принимали. Этот да? Вот не знаю. Везет кому-то. Угу. Кто-то же купил по 180 рублей. Это у вас приняли, а купят-то их знаешь во сколько. Конечно. Вот здесь. Ну, наверное,
тут Анечка лазила. Вот он спрятался. Ну вот он выковыривает мох, ему прям тяжело. Вот он такой красивый и хороший. Ну что, мы его забираем. Сразу его почистим. Да, такой отличный. Отличный гриб. О, великолепно. Забираем к себе. С собой. Сейчас мы тут еще посмотрим. Посмотрим. И обязательно найдем. Обязательно найдем. Здесь еще. Они здесь есть. Главное, с медведем не встретиться или с депутатом каким-нибудь. Ну вот, зря выключил, поворачиваю голову, и вот он. Как же его можно было не заметить? Красивый такой. Чувствуется наша порода. Да? Приятный такой. Встречать. Идешь, идешь, и он вот он. Плотно шляпка. Так. Ну и мы его вот так вот аккуратненько раз. Чистый гриб. Это мы все аккуратненько обрежем, чтобы нам в корзинку он ложился чистым. Вот такой вот красивый гриб. Это называется поверни голову вправо или поверни голову влево. Идешь, идешь по лесу, видишь, хороший гриб растет. Ух ты, это наш. Наш гриб. Незаметный прям. Вот так вот он спрятался. Хорошая ножка. Опа. Отменный гриб. Такой чистенький. Славненький белый боровик. Сейчас мы посмотрим здесь в округе еще. Наверняка найдем. Они тут прячутся прям очень-очень. Иду я такой по лесу, иду и такой смотрю, грибник ходит. Эй, грибник! Грибы отдай! Быстро отдай грибы! Так, ладно. Жадный грибник попался, так бы, конечно, он бы все отдал. Вот, еще один мусор. Так, ну погнали в лес посмотрим. Что-то я пока не наблюдать. Грибов. Ну сейчас мы найдем. Ходишь такой, бродишь. Там растет один гриб. Но он нам не нужен. Такой. Он красивый, да, спора нет. Такой вот. Но он рыхлый. Хотя, смотрите, идеальная шляпка. Но есть только на сушку. А вот это что у нас тут рядом? Рядом поганка. Вот так. Заберем шляпку. С ножкой заберем. Ой-ой-ой. Психопатная какая-то. Вот, ножка идеально. Отличный гриб. Значит, здесь у нас что? У нас здесь высокий мох. И поэтому здесь будут чистые грибы. Погнали искать. Ну ты какая разоралась. Вон еще один, я вижу. Так, тут внимательно. Народа здесь походу не было. Значит, здесь будем мы. Главное не встретиться с медведем. Вот один такой вот боровик. Переросток, красавчик. Вон второй. Такой же. Красивый. Идешь такой с
самое милое дело. Подфутболить гриб, который перерос уже. То есть он нормальный, но он переросший. Футбол хорошо сидит в раке. Идем дальше. Вот такой огромный муравейник. Набрел я на него. Муравейник. Почти мне по грудь. Ох, какие тут муравьи. Огромные. Давайте посмотрим поближе. Не будем их, конечно, сильно тревожить. Но это очень большой муравейник. Я видел муравейник, но не такие огромные. Ух. Смотрите, как они работают. Вот это работяги. Вон сколько их. Натаскали иголок. Здоровски. Но не будем тревожить ребят. Пусть строят. Мы заходим от муравейника в чащу лесную. Лес становится все гуще и темнее. Так, ну вот еще один красавчик. Большой, рослый. Давайте посмотрим. Ну, просто так посмотрим. Ради любопытства. Ну, такой. Тоже хороший. Не знаю. Анечка, может, на сушку возьмет? Идеальный гриб. Просто идеальный. Такой большой. Больше как на сушку он не готов. Возможно, Аня его забракует и скажет выкинуть. А вот два поганок. Два штук. Не, грибов хватает в лесу. Главное внимательно их рассматривать. Искать. Там, где большие заросли. Там один вид грибов в другом виде. В другом лесу другой. Там мелкие, там крупные. Ой, паутина попалась. Ух ты, какой. Ну вот это клондайк. Вот это находочка. Смотри, какой красивый. Вот это вот он меня ждал, чтоб я дошел до него. Вот это симпатюлька. Вот это наш гриб. Вот такой вот. Тын-тын. Плотненький. Звенит. Так. Аккуратненько. Раз. Ножка чистая. Гриб такой. Красавчик. Вот это гриб. Боровичок. Вот сейчас мы внимательно пройдемся. Посмотрим. И найдем еще таких же. Видите, повернул голову. Готово. Раз здесь никого не было, давайте внимательно пройдемся. О, внимательно. Смотрите, кто не заметил? Я чуть было не заметил. Вот он стоит. Отлично. Такой же красавчик. Вот так мы тогда сейчас с вами тут насобираем. Вот, вот он спрятался такой. Аккуратненько. Оп. Ножка чистенькая. Шикарная. Вот такой вот у нас очередной боровик. Это мы прикрываем. Ложим. И внимательно смотрим дальше. Так, ну тут вот у нас подберезовик. В принципе, молодой, но весь в песке. Давайте не будем его трогать. Не хочу я его. Пусть себе растет. А возможно и нет. Вот вырос он
за пару денечков. Точно здесь пару дней тут никто не ходил, потому что гриб, он целая ножка его, такая длинная, длиннее и чистый. Это чистейший, прекрасный гриб. Забираем в лукошко, смотрим дальше. Так, потихонечку. Главное не спугнуть никого. Какие гиганты переростки. Вот такие боровики огромных размеров. Не успел их грибник собрать. И они теперь никому не нужны. Вон, встретил я еще один на дороге. Чуть поменьше, конечно, муравейник. Но большой. Они тут ползают, тащут кого-то. Ничего серьезного. Но работяги там ого-го. Попадись к таким ребяткам. Вот, куда-то они оттуда бегут. И прям так уверенно бегут. О, один большой гриб. Вон еще один большой гриб. Тут откуда-то они отсюда бегут. А куда же они бегут? На работу. Как на праздник. Ну, смотрите, можно здесь пройтись, по этой развилочке. Можно сюда пойти. Где-нибудь обязательно мы грибы встретим. Прошел большой такой. Иду, а вот этот мой гриб. Его никто не заметил. А может, он вырос. Буквально вчера, позавчера. Вот так вот спрятался. Ну что, я тебя нашел. Полезай в кузовок. Вот такой вот шикарный, отменный боровичок. Ложим в корзинку. Перекрываем место среза. И смотрим внимательно. Возможно, еще увидим. Наверное. Если этот не заметили, значит, еще один день не заметит. Следы такие крупного зверя. Такая хорошая лапка. Туда пошел. И три грибочка. Так, ладно, я прошел уже прилично. Там он, я вижу, впереди. Только тоже грибы переростки. Ну, вижу один, второй переросток. Но нам такие не нужны. Такие огромные, блин. Ух. Хороший боровик. На целых две ладошки. Такой вот шляпа такая. Ну, он прокиснет. О! А вот что я вижу, смотрите, друзья. То есть это прокисший. Поднимаем голову. И вон. Смотрите, какие красавцы. А вот это вот уже наши. Вот это уже наши. Так, давайте я сейчас камеру поверну против солнца. Шикарные. Вот это уже наш гриб. О, плотненький. Вот это уже наш. Шикарный. Песочки сейчас мы его очистим. Чтобы... Так, вот он один, и вот у нас еще два.
как их так срезать, чтобы... Ух, какие! Вот это шикарные. Ну, тоже все в песке. Помыть. Отмыть. Сейчас с большего мы их очистим. В корзинку с песком вложить. Не супер айс. Хорошие грибы. Белые. Это вот как раз вот самое то, что нужно. Ядовые. Ну, думаю, отмоем. Ладно. Тогда не возвращаемся, а идем дальше. Возможно, нам еще повстречается что-нибудь подобного плана. О, три братца в грибочке стоят. Красивые. Приятно наблюдать таких стоячих грибов. Но они нам не нужны. Вон еще два. О, красиво просто. Просто красиво. Там вон еще один. Возможно, еще. Но это не наши. Они уже переросли. Такие нам не интересны. Нам бы что-нибудь помельче. Да поплотнее. Да поаккуратнее. Сейчас увидим. Следы хорошие. Прям такие. Пару дней назад кто-то хорошо так шел. Внушающие уверенность и доверие. Ну вот пока мы тут разглядывали следы, а я тут боровик нашел. Так, красивый такой. Тоже шляпка слегка в песке. Ну, длинненько. Длинненько. Сразу так. По-вандальному обрежем и заберем с собой в корзинку. Пошли дальше искать. Вот это красавчик. Смотрите, как он красиво стоит. Поднял, сил у него хватило поднять. Такой. Ну, он мягкий, конечно. Но вся прелесть вот в этом приподнятом. Сколько силища в нем. От того, что вот этот вот лес, иголки, все лежало такое, оно тяжелое. Ему пришлось приподнимать, аж ножка согнулась вместе с шляпкой. Красиво. Пусть стоит. Ну вот, друзья, пришлось мне вернуться к машине, так как я забрел очень далеко. И сейчас я просто взял геотрекер, включил, потому что я насобирал грибов хорошо, нужно идти Анютку теперь искать. Вот геотрекер я закачал когда-то давно в телефон, теперь ее включил, нажал запись, и вот мой путь. В принципе, легко. Вот дорога, вот тут где-то машина, так что я теперь точно не потеряюсь. Ну а пока, знаете, что я его нашел? Ха-ха! Гриб. Гриб-боровик. И причем такой хороший. О, плотненький. Сейчас мы его посмотрим. Так, плотненький-то плотненький. Да только он весь червивый. В общем, пускай тут и остается. Пойдемте дальше. Трек мы ложим в машину, ой, в корзинку. И идем искать дальше. Может, и Анютку найдем. Где-то она там кричит, что грибов у нее много. И обратно не донесет. О, я слышу Анютку. Значит, идем
правильным путем. Идем правильным путем. Не забываем под ноги смотреть. Грибы еще. Лес тут такой. Не такой, как мы были до этого. Вон тут уже и темненький. Время-то уже, наверное, 7 часов. Нормально. Сейчас мы выйдем где-то туда. Наверное. Главное, что у нас включена карта. Мы можем теперь бегать, пока телефон не сядет. А он у нас 27% имеет. Нормально. 27% это хорошо. Где-то туда нам идти. Так. Ого! Чигрибника я встретил. В таком огромном большом лесу. Ух ты, смотрите, кто идет. Смотрите, кто идет. Анечка идет. Я еле тащу. Вот это грибница. Вот это вот грибище. Его, глядите. Так, понятно, что много пойдет на сушку. Вот такой вот третьесортный. Так, ну вот, думала, что тут нормально будет. Снимала, видишь, не пойдет. Отсюда вот только ножка выйдет. Некогда было разбирать. Сейчас посмотрю, сниму. Вот тут нормально. Это пористая штука. Угу. Вот это можно посушить прям на раз-два. Я смотрю, ты что подряд брала? Ну что ты подряд брала? Нет, ничего не подряд. Вот красноголовик. Тут то же самое. Угу. Сейчас. Мы только вот видите, что разбирали, он казался весь. Ну, есть такие ничего. Мне просто, видишь, некогда. Муравейников тут очень много. Прям вообще. Такие, я нашел ваш свой рост. Да ты что? Красивый такой, огромный там муравьев. А дорожки были? Какие миллиарды там. Нет, прямо вытоптанные дорожки. Да, муравейник. Ну, муравейник. Тоже отличный. Вот молодец. Тут ест жирный червяк, очень прожорливый проволочник. Я вон там вижу, кстати, гриб. Пойдемте посмотрим. Пока тут Анечка перебирает. Нет, сейчас мы вместе пойдем. Да? Сейчас мы вместе пойдем. Не знаю, не знаю. Да? Да. Да, только вот она такой. О, и боровик. Ух ты, вот это у меня зрение. Вот это, Анечка, ну давай. Нет, ты давай, Сережа. Ну, хорошо. Я просто увидела. Вот такой вот спрятался. Красавчик. Ух. Прям. Давай, ой, какое приятное ощущение. Так, два братца акробатца. Ну, это такое. Шляпка пойдет, а это нет. О, и вот он. И вот он этот прожорливый. Смотрите, он прям из гриба выползает, этот червяк. Вот он. Проволочник этот. Видите? Вот я срезал ножку, и он сразу выполз такой деловой. Вот такой вот. Такой, сейчас глянем, кто такой, в каком состоянии, такой шикарный. О, ножка шикарная, и гриб тоже отменный. Забираем. Того, 3 подосиновика и 1 боровик. Тут вот еще под ногами. Вот так, если покрутиться, конечно, еще можно узреть. Ну, по-моему, нам хватит для прогулки. Вот так приблизительно происходит разбор грибов, не щадя. Вообще не радостку. Смотри, какой большой, а. Да, хороший можно. Только знаешь, что вот губку убирай.
она не нужна сразу, чтобы домой не везти. Вот эту? Да, да. Почему? Шляпку убери. Ну, потому что она, ну, как тебе сказать, сырость даст. И ты там... же из него что-то сготовишь, нет? Ну, сготовлю, да. Грибница будет. Губку убираю. Да, губку лучше брать. Он уже такой староватый. Третий сорт не брак, но... Ну, вот так вот. Да, 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 там вон видно, что... Вот тут вот можно хочешь убрать, хочешь не убрать. Вон, я тебе уже полкорзины собрала. Угу. О, видишь, жирный червяк. Да, я только что снял такого. Угу. Как он? Я ножку срезал, а он сразу выполз, угу, и побежал. Я даже скажу больше, мы, наверное, таких ели. Я уже второй раз повторюсь. Конечно, мы все перебрали, мы все переварили. Но то, что они там еще всплывают в кастрюле среди перебранных грибов, это, конечно, это, ну... Ты там это, по колее шла? Слушай, начала по колее, потом спустилась. Ну, я тоже по колее шел, потом смотрю следы, я все мои? Дальше, дальнее, волчина, может, mm-hmm, рысь, ну, может, еще кто, может, большой собак. Ну, да, собак. Ну, следы такие большие. Увесистые. Ну, угу. Ну, это он шел там пару дней назад, когда дождь был. Так, ну, что, к машине? Ну да, так ты мне, может, что-нибудь оставь такое? Ничего тебе не оставлю. Нет. Пойдем. Ты ведро тогда убери. А где мой телефон? Ладно. Давайте. Прощаемся с Анечкой. Я самую тяжелую работу мужу, пока у меня мужик со мной, пускай таскает мои грибы. А я пошла за новыми. Давай. Да, давай. Все. Ты куда? Вон туда пошла? Вот туда, да. Солнце вот туда, справа. Прямо, да. Солнце ты справа. Ты можешь взять маленько левее, потому что я туда пойду. Какую ношу мне приходится нести? Тяжелую. Большую корзину грибов. И пока я тут шел, и опа, вижу красавчик. Вот он, спрятался. Прям вот так вот его. Ну что, жалко, обидно. Возьмем только шляпку, ножка червивая. Так что... Как-то так. Так, больше вроде бы не видно в округе. А то они тут низенькие. Низенькие, маленькие. Вроде не видать. Ну все, вот мы, смотрите, по карте сейчас вот я остановил карту. И вот мы сейчас возвращаемся к машине. То есть очень удобная для грибников. Если не хотите потеряться. И идем теперь уже обратно. Это то, прям какое везение. Я иду там, где просто иду. Да, а смотрите, какой красивый. Вот он, красавчик. Гриб. Для лукошка нашего. Вот такой вот боровичок. Та-да. Будем надеяться, что он целый. Точно целый. Отлично. Это вот срежем аккуратно. Такой боровичок. Это мы припорошим. Так, что тут вокруг больше не видно, то я только перепрыгнул, и он бах, на тебе. Говорит, Васильич, забери меня к своим собратьям. Забери меня к себе. Ну, что ж тут поделаешь. Конечно, заберем. Так, ну вот смотрите, немножко отклонился сейчас от курса, сейчас возьму чуть-чуть правее и буду идти правильным курсом. Так что, грибники, это вам на заметку, особенно для тех, кто любит увлекаться и потом кричать «Ау, ау!». Берете телефон, работает даже без интернета, очень удобная штука. Сейчас придем к машине, я еще раз вам про нее расскажу. Так, ну вот нам туда, я вижу, ой, какой гриб, ну да, явно нас не хотят отпускать отсюда, смотрите, ну как не взять его, да, ну как не взять такого красавца, друзья, в этом году я первый раз на погребы и очень удовлетворен прогулкой по лесу,
Вот. С Анечкой. Анечка где-то бегает там, а я где-то бегаю в другом месте. Так, ложим к себе. Отлично. Пойдемте дальше. Ух ты, поворачиваем голову. Еще один. Ну это ж прям какое двойное. Или что это такое? Нет, боровик. Боровик. Видите он? Вот так два. Аккуратно. Раз. И все. Вот такой вот. Все, забираем. Что-нибудь видно здесь еще? Пока не видно. Погнали. Так, значит, здесь плохо ходили грибники. Давайте повнимательней пройдемся. Если кто-то что-то увидит. Вон, смотрите. Как же ж. Надо было голову повернуть. Один, два, три. Вот это клондайк. Вот это я набрел на грибное. Опа. Так. Ну это трогайте. Такое дело. Ради прикола белочкам порезать. Вот это возьмем. Так. Это поганка. Да это тоже, наверное, такой. Да. О, червивый. Этот червивый тоже. Пока доедет до города, он струхляет. Ну все же. Красота. Красота. Так, по направлению туда идти. И вместе с вами что-нибудь соберем. Вот. Смотрите. Раз. И остановились. И собираем. И вот он, наш маленький высший сорт грибочек. Опа! Ножку ему так вот почистим. Все, шляпку заберем. Все это такое. О, пошли. Корзинка-то тяжелеет. Увесистая становится. Внимательно смотрим, потому что здесь они походу выросли. Так, переходим. Ух ты! У меня уже телефон садится. О, смотрите. Смотрите, смотрите. Ай, какой гриб, какой красавчик. Вот это тоже наш. О, шикарный гриб. Отличный боровик. Отличный. Забираем. Будет счастье нам грибное. Так, ну вот эти трогать я даже проверять не буду. Вот. Пусть растут себе. Вот их тут 4 штуки вытыкалось. 5, 6. Мы смотрим внимательно. Возможно, увидим помельче и поинтереснее экземпляры. Вот по таким местам тоже они очень любят расти. Вон, смотрите, видите? Вот, и я вижу. Если вы видите, то я тем более его увижу. Ох, какой отличный, прям приятный на ощупь. Такой, эх, булочка хлеба. Отличный гриб. Забираем. Вперед. Сейчас пока дойдем. Корзинка увеличивается. Так, вот. Пирог целый каравай. Так. Где же ты, где же ты, где? Безумный Джо. Так, ну вот мы почти дошли до машины. Почти дошли до машины. Так. Вроде бы грибов я уже не вижу. Поэтому давайте тушу камеру, встретимся возле машины. Ну вот смотрите, мой путь.
Вот я с этой точки вышел, прошел сколько, и по этому же пути вернулся обратно. То есть у меня была все время запись. Теперь я могу остановить. Вот. Остановить, и вот у меня весь трек записался. Еще раз показываю, как эту программу называется. Geo-Tracker. Или Geo-Tracker. Выглядит вот так. Скачивайте приложение. Хотите, закачайте себе карты, в какой местности вы гуляете. И все. Очень легко управление. То есть, вот смотрите, я сейчас его выхожу с него. Значит, заходим. Все. Вот эти две кнопочки. Вот они, две кнопочки. Запись и стоп. И пауза. Нажали. Запись. Все. И пошли гуляйте. Куда вы идете, потом по этому же пути вы возвращаетесь. Только для этого у вас должна быть полная зарядка телефона. Все, остановили. Уже когда вернулись на место. Пользуйтесь. Очень удобно и практично, даже для школьника. Ой, как хорошо нынче. Прям наипрекраснейше. Собрав столько грибов, можно попить теперь чайку нашего любимого, которого мы делаем всегда сами. Удовольствие получили. Остальное это называется уже грибной сбор. А так как мы только отдыхаем, всем приятных сборов грибов. Посидеть теперь, понаслаждаться чистым свежим воздухом лесным, таежным. Комаров нет, мошек нет. Сказка. Можно будет посидеть, поперебирать чуть-чуть, пока Аннушка побежала там грибов накидала. Какой утренний прекрасно закат. Утренний, вечерний. Утром приехали, поздно вечером. Солнце всходило, солнце заходит. Где-то там далеко Аннушка убежала. Хорошо, хоть есть геотрекер, с помощью которого она смогла выйти на меня. А так бы блукала, и пришлось бы и ночевать с медведями. Иду, смотрю, грибы стоят. Ну, я взял ведро и потащил его к машине. Неплохие грибочки. Чьи грибы? Чьи грибы? Кто грибник? Можно взять немного, ведерко? Ну, вроде грибник разрешил. Погнали. Ты что, неугомонная? Тебе все мало грибов? В общем, насобирали грибов от души. Итак, подошла наша грибная охота к концу сегодняшнего дня. Мы порадовались большому улову боровиков сегодня. Были у нас подосиновики, тоже очень классненькие грибочки. Отличное настроение. Мой муж, которого я сегодня уходила прямо вообще. Время, проведенное в лесу за грибами, не считается за время. Один час пролетает, как 5 минут. Это точно. Всем спасибо. И до новых встреч. До новых встреч. Увидимся скоро. Всем пока.